Этот мир непредсказуем, но можно научиться его читать. Я сейчас не про астрологию, а про какое-то внутреннее чутье. Иногда ты просто знаешь, что какие-то вещи должны случаться, и они случаются. А иногда это совершенно как снег на голову. Меня очень сильно вдохновляет природа. Мне нравится быть наедине со стихией. Ты понимаешь, что, наверное, все-таки чего-то стою. Я обожаю видеть в глазах людей счастье. Это магия. Музыка — это магия. Иногда ты просто сидишь и работаешь, а потом как-то случайно включается твой любимый плейлист, и тебя прям подталкивает вперед. Меня вдохновляют люди, которые со мной работают. Меня вдохновляют люди, у которых есть опыт, которого нет у меня. Как-то так получилось, что я не прочитал ни одной книжки по бизнесу, и весь опыт, который я получил, я просто подсмотрел или позаимствовал у какого-то конкретного человека. Свободного времени у меня практически нет. Я постоянно о чем-то думаю. Я постоянно что-то проектирую вот здесь. Работа всегда со мной. Я уже на своем месте. Я живу, чтобы узнать этот мир получше. И, может быть, оставить свой след где-то на песке. Счастье. Меня ждет счастье.